В центре Великого Устюга для детей организовали настоящий праздник. В парке культуры и отдыха открыты веселые аттракционы. Дети с удовольствием покатались на новом аттракционе «Тропикана». Самые смелые покрутились на хип-хопе. А сладкоежка порадовала детей, которые любят кружиться сами, куда им вздумается. Для самых маленьких открылся обновленный аттракцион «Юнга». День защиты детей. Мальчики и вся наша семья ушли на рыбалку, оставили нас двоих девочек. Мы сегодня отдыхаем, развлекаемся, едим мороженое, позволяем себе все, что мы хотим. Катаемся на аттракционах. Дочь меня затащила на это страшный аттракцион. Я чуть с ума не сошла, сердце чуть не остановилось. Но отдыхаем мы девочками. На аттракционы сходили, мороженое поели. Помимо развлечений, в парке дети смогли посетить площадку специализированных автомобилей. Здесь сотрудники спецслужб рассказали и показали, как работают эти важные машины. В ходе нашего сегодняшнего мероприятия можно было посидеть в пожарной машине, посмотреть, мы проводим экскурсию, дети смотрят, что находится в пожарной машине, где находится вода, чем укомплектована пожарная машина. А также сегодня, наверное, единственный день в году, когда ребята могли сами залезть в пожарную машину, посидеть за рулем и почувствовать себя настоящим пожарным, что детям очень нравилось. У площади Славы разместилась карета скорой помощи, которая также пользовалась популярностью у подрастающего поколения. Дети с интересом рассматривали медицинское оборудование, расспрашивали специалистов об особенностях их работы. Детям рассказываем о своей профессии, для чего нужны спецсигналы, например, для чего какое-то оборудование, чемодан показывали. Детям очень нравится. Детям особенно нравится включать сирену нашу, световые сигналы. Ну вот фотографировали их вот в ковидном костюме. Дети в восторге. Дети надолго запомнят праздник. В этот день работали интерактивные площадки в лето без планшета для летних лагерей, а некоторые ребята продемонстрировали трюки на самокате. Мальчики и девочки танцевали, играли, веселились, приобретали новые знания, бегали на перегонки, мастерили игрушки своими руками. Мы с лагерем ходили на концерт в парке, потом мы просто погуляли. И мы еще ходили, нам пришел милиционер, и мы выполняли его задание. И потом мы получили мороженое и конфету. Я с своим лагерем ходила на концерты, рисовали мелками. А больше всего мне запомнилось, когда мы разделились на две команды. Одни ушли к пожарным, а другие к полицейским. Я ушла к пожарным, и там нам давали разные задания. Я была командиром команды, назвали команду «Победа», и мы победили. А потом нам показали, как поливали из шланга, и почти все из нашего отряда побегали там. Мне запомнилось то, как мы рисовали мелками, как мы бегали под пожарными шлангами. Все самое веселое – игры и развлечения, аттракционы, сладкая вата для малышей и их родителей. 1 июня – это волшебный день, который открывает новые горизонты для юных устюжан. Школа уже за спиной, а это значит, что впереди 3 месяца увлекательных каникул. Наталья Вашевская, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».